Очень счастлива. Да, я так долго ждала ее. Ну, это хорошо. Это долго ждет? Да, теперь у нас с папой есть такие же самые сумки. Только у папы больше кармашиков. Потому что он взрослый. Сумки-бананки, да? Да, бананки. Я не знаю, почему их так назвали. Похоже на банан, так изогнутый. Да. Стоим, ждем. Потому что красный сейчас. Нельзя переходить. Ну, не переход можно. Да, очередей уже таких нет, как раньше были. Сейчас нужно продезинфицировать ручки. Марина, сюда. И перчатки одевать. Неудобно? А себе я потом маме помогу открыть. Потом маме неудобно одной рукой. Бери тележку. Беру. И едем. Конечно. За мелкими покупками, да? Какие же там сумочки, как у меня. О, ну почти, да, только это мужские. Да. Марина, объезжай. Сейчас купляться одно удовольствие, да? Людей не очень много, очередей нет, людей немного, отлично. Это самый любимый отдел детей. Да, он большой, да. С разными разными это интересными игрушками. Это склад девочек, склад девочек и склад мальчиков. Какие-то ракушки новые. О, такая как у нас, манки. Да, только тут киндерсы. С качелькой. Качелькой, да. С горкой. Пожарные всякие леда. Все? Все, мы скупили сюда. Идем домой. Да, наконец-то. Одеваем маску. Одеваем маску, пошли. И идем. Еще все пусто, все закрыто. Все очень-очень пусто. Все закрыто, все печально. Ребята, а еще мы ночью идем в магазин, и все. Еще ночью пойдем в магазин, да? Ну я, может, с папой и с мамой пойду, но если я не засну. А то я когда-то хотела дождаться папу, а заснула. Да, да, да. Такое было и уснула. Ну, ничего. А сегодня, думаешь, дождешься? Да, думаю, дождусь. Ну, будем смотреть, дождешься или нет. Да. Ага. Просто я сегодня так рано встала. Еще даже семьи не было. Да, всех разбудила, всех подняла. Было весело. Да. Да.